Пельская улица вошла в книгу рекордов Гиннесса как самая крутая в мире. Угол подъема у участка Флорт Пенлич составляет 37,5 градусов. Находится она в историческом центре города Харлекс, северного Уэльса. К слову, ранее это звание принадлежало проспекту Болдуин-стрит в Новой Зеландии с углом подъема в 35 градусов. К слову, жители Харлеха обратили внимание, что крутизна улиц в Уэльсе и Новой Зеландии измерялась по разной методике. Они привлекли специалистов для новых замеров. Выяснилось, что Валлийская улица действительно круче.